Оперативный штаб Главного управления Миндоходов подвел итоги 5 месяцев работы. Утверждают, что обеспечили поступление в бюджет 42 миллионов гривен, в том числе за счет мероприятий на сокращение налогового долга 14 миллионов. Докладывают, начаты 98 досудебных расследований по уголовным правонарушениям, в том числе за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, 57. Общая сумма ущерба по уголовным правонарушениям, выявленных оперативниками, около 192 миллионов. Суд направлено 30 досудебных расследований с обвинительным актом. Сумма погашенного ущерба по оконченным досудебным расследованиям составила 7,2 миллиона гривен. В частности, на одном из предприятий области при продаже товаров через интернет были использованы фиктивные схемы. Считают, таким образом, должностные лица уклонились от уплаты налогов почти на 3 миллиона гривен. Кроме того, выявлено 15 фактов необоснованного заявления к возмещению НДС почти на 10 миллионов.